Всем привет! С вами Юля Симуля, мы с вами играем в Sims 4 и это Династия Стекеленбург. Вы смотрите 518 серию. Фиби у нас в ужасном настроении, она видела смерть Вики и возвращается как раз домой со свадьбы. Полли с Ванессой, вообще Полли я видела на свадьбе, она даже вначале пришла туда в свадебном платье, но смерть Вики она не застала. Смерть своей подруги еще, наверное, об этом не знает. И, видите, счастливая, смеется. Кайли, по-моему, видела тоже. Она была на свадьбе. В общем, они с Ванессой мило беседуют, а Фиби я отправила выплакаться и хоть как-то себя ободрить, чтобы прийти в себя. Так, наши девчонки здесь общаются. Я, кстати, вернула пожилым возраст 20 дней. Хотя он вообще-то был у меня 18, а просто пока Вики была жива, пока она была жива, у меня стоял возраст 23 дня. Вот, но все-таки это слишком много. Мне кажется, что 20 самый оптимальный возраст. И Полли, ну, я думаю, что еще 2-3 дня, может быть, серии 5-6 она проживет. И на работу она уже собирается, да, идет на работу. Не будем мы пока ей печальное событие говорить. Куда посуду мыть? Не надо мыть посуду. Я хотела заставить сейчас. Сейчас помыть посуду, ну да, уже не заставлю. Так, поставить на место. Хотела сейчас немножечко кое-что покачать нашей Ванессе, связанное с манерами, потому что скоро ей, ну вообще скоро не скоро, но нам нужно прокачать ей манеры, потому что это единственное, наверное, что я успею и смогу ей прокачать. А для того, чтобы манеры качались, нужно накрывать на стол, нужно мыть посуду, нужно делать комплименты другим симам. Ну, в общем, нужно быть доброжелательным. Попытаемся прокачать ей этот навык. С ответственностью вообще все туго. То есть школу она прогуливает, и вряд ли здесь я что-то смогу сделать. А вот сочувствие и решение конфликтов, я, честно говоря, не знаю, на что оно влияет. У меня как-то получается симам только манеры прокачать. Ну вот правда, сколько я ни старалась, прокачиваются у меня у всех только манеры. Фиби я отправила спать, она немножко выплакалась. Ой, кстати, вся скорбь уже прошла. Я ей дала задание выплакаться у зеркала и ободрить себя. Ну, в общем, все у нее прошло, все у нее хорошо. Так, иди давай, Ванесса, в туалет. Этой семьей я сегодня решила поиграть, хотя конкретно здесь делать такого особо нечего, потому что совсем недавно были в джунглях, и второй раз в джунгли, если я пойду, вы будете категорически против, но мы посмотрим еще. Вот, и в принципе с Фиби на работу еще идти рано, но я просто хотела сделать спутниковую тарелку. Фиби уже как бы сделала опыты и провела эксперимент, теперь она умеет делать еще и спутниковые тарелки. Хотелось бы, чтобы дома была такая вот одна штука у нас. Так, Ванесса, наверное, иди ты спать, вот, иди ложись. А Фиби у нас еще высыпается. В дневнике у нас появилась спутниковая тарелка, и, по-моему, с помощью этой тарелки можно вызывать инопланетян. Можно ее сегодня даже сделать. Я думаю, что на работе я буду много чего проматывать, вот, чтобы особо вы не злились от того, что я много на работе времени провожу. Вот, потому что я знаю, что не все в восторге от этого, но... Но все-таки надо ей работать, и мне хочется, чтобы она прокачала свою карьеру ученого до, ну, не знаю, какого уровня, но до такого уровня, чтобы она сделала все изобретения, и чтобы мы смогли их дома поставить, разместить, чтобы у нас был и клонирующий аппарат для клонирования, чтобы все были вообще, все возможные приборы, которые можно сделать в карьере ученого, и до работы ей еще 5 часов. Еще 5 часов можно высыпаться. А Полли пошла работать в свою ночную смену. Она у нас всегда работает по ночам, потому что она у нас... Кто она у нас? Я даже не знаю, кто она. Оракул. Она работает... Она цифровой вор. Работает в карьере преступника. И, видите, уже я даже особо не заморачивалась с ее карьерой. Она сама у нас повышалась потихонечку и уже достигла такого большого уровня. С работы она, по-моему, в 9 утра придет, да? Да, она будет на работе до 9 утра. Так, Фиби, там, по-моему, написали, что тебе в школу скоро. Слушай, давай ты для приличия домашку сделаешь, ну, хоть раз, да? А то совсем... Тем же двоечница, троечница, 20 минут ей до работы, ну, вспомни, я не знаю, как буквы писать, сделай домашнее задание, потому что ты
в мамочку пошла, если Фиби у нас, знаете, такая вся, ну, прилежная ученица, всегда училась хорошо, то Ванесса больше в поле и не особо стремится к знаниям, ее больше тянет Сильвадорадо, ей хочется приключений, хочется джунглей. Если маме хотелось приключений где-то в ночных клубах и на дискотеках, то Ванессе хочется приключений каких-нибудь более опасных, связанных с какими-то ловушками, вот, опасностями. Ну, в общем, такая она у нас тоже девочка интересная. И мне уже хочется прям опять что-нибудь исследовать в Сильвадорадо. Возможно, я это даже сделаю скоро. Так, проснулась наша Фиби. До работы ей 2 часа. Я хочу ей сделать внимательность. Надеюсь, что у нас получится. Так, ты готовить собралась? Нет, она собралась... А, чипсы она взяла, отлично. Кстати, нужно будет найти Кайли. Вот она, чего ее искать. Она у нас здесь ходит. И дать ей задание, чтобы... Слушайте, в школу уже пора. Домашку так и не успела доделать, да? А наполовину выполненное домашнее задание считается выполненным или не считается? Ладно, бросай, а то правда опоздаешь. Еще потом нам скажут, что пропустили, прогуляли школу. Ой, она, смотрите, в своем любимом наряде пошла. Может быть, сегодня надеется, что тоже после школы ей удастся улизнуть в Сильвадорадо и будет ее там ждать куча приключений. Давайте мы займемся Фиби. Вот, мне очень надо ей повысить все потребности. Я хочу заварить ей черный чай. Черный чай дает внимательность, а внимательность нам сейчас очень нужна. Вот, нам нужно успеть до работы. До работы 2 часа, думаю, что успеем. Вот, внимательность. Нам нужно будет для этого эксперимента, для... В общем, кристалл нужно будет еще один. И, кстати, нужно почаще, чтобы... Здравствуйте, это кто? Это девочка. Так, Лорин, я поняла. Это вот той симки, которая не могла иметь детей. У нее уже второй ребенок рождается. Первый мальчик был. Не помню уже, как, ребят, мы его назвали. Честно, так все подзапуталось у меня. Но помню, что первый мальчик у нее. А у брата ее мужа, наоборот, там первая девочка, а второй мальчик. Так, и давайте девочку назовем. Девочка у них еще родилась. Как ее мы назовем, я вообще не знаю. Так, назвала я девочку Клэр. Не знаю, как правильно, через «э» или через «е» это имя пишется. Ну, в общем, Клэр ее будут звать. Такого имени, по-моему, в династии еще ни у кого не было. Но вообще уже очень много симов в династии. И если имена иногда повторяются, мне кажется, это не очень страшно. Главное, чтобы у кровных стекеленбургов имена не повторялись. Вот, так что... Ну, просто очень сложно уже начинает придумывать имена. Мне становится сложно эти имена придумывать, потому что их все меньше и меньше. Так, давай завари чайник, черный чай, крепкий черный чай. По-моему, именно этот чай дает внимательность, она нам очень-очень нужна. И я еще хотела дать задание, чтобы... Кстати, этот чай мы сможем потом с собой на работу взять. Да, мы в прошлый раз так и сделали. Фиби у нас ходила, попивала чай по своей лаборатории, и у нее была повышенная внимательность. Я тут еще посмотрела, что вот эти, ребят, ягодки... О, вернулась мама у нас. Слушай, мама, давай-ка ты Поле дашь задание дворецкому, чтобы она еду приготовила, а то еда сейчас закончится. Так, а дворецкий уже куда-то ушилась. Куда-то удрала по своим делам. Не, правда, я не вижу дворецкого. Грета идет. А дворецкого я не вижу. Ну, ладно. Странно. Странно, потому что она была только что здесь. Я что вам хотела показать? Я хотела показать, что у нас потихонечку растут деревья эмоций. И посмотрите, уже есть плоды. Но сорвать их нельзя. Я не знаю как, но, в общем, это что ли... Ну, в общем, это, наверное, там, где будут в будущем плоды. И я рада, что плоды будут всех эмоций. То есть и счастье, и игривость, и вдохновение, внимательность нам очень надо. Так, присоединяемся мы на работу с Фиби. Ну, не знаю почему, то есть деревья еще совсем росточки, но уже видны плоды, которые еще, получается, как бы не существуют. Видны невидимые несуществующие плоды. Итак, мы на работе.
Вот. Возможно, я буду перематывать ее очень много, потому что знаю, что не очень интересно смотреть, когда Сим постоянно на работе. Вот. Но хочется мне сегодня поиграть, потому что хочу я сделать эту спутниковую тарелку, и сегодня бы хотелось бы ее еще и опробовать. Идем мы в нашу лабораторию, потому что у нас есть задание улучшить рентгеносим. Вот улучшить рентгеносим это тоже надо, это очень полезно. Вот, так что берем мы рентгеносим, и нам нужно улучшить, сменить одежду, чтобы мы могли другим симам менять одежду. Вот сейчас попробуем, улучшим, и потом кому-нибудь поменяем одежду в этой лаборатории. Кто у нас здесь? Внебрачный сын Колина, вот, остальные наши друзья, коллеги, с которыми мы особо не знакомы. У нас тут только из знакомых работает Кира и внебрачный сын Колина, с которым мы тоже не особо знакомы, честно говоря. Только подружка вот здесь, Кира, у нас работает. Ну, я думаю, что хватит и этого. И, кстати, у Полли. У Фиби есть задание поговорить с Кирой. Так, у нас рентгеносим улучшен. Ой, и сломали, мы сломали. Что мы сломали? В общем, эту штуку мы сломали. А эта штука нам нужна, поэтому давайте ее починим. А вот, а потом на ком-нибудь испробуем заморозить. А как же это испробовать? Улучшить? Ну, мы уже улучшили. Не знаю почему, но не меняется одежда. Может быть, нужно поприветствовать Сима. Если мы, наверное, с ним пообщаемся, поприветствуем, то все получится. Дальше нам нужно учиться анализировать и обсудить работу с Кирой. Давайте с Кирой обсудим работу. Наверное, она в этой лаборатории. Точно, она сидит у микроскопа. Так, кстати, мы так и не выпили. Нам нужно выпить, потихоньку пить... Кофе наш, чай черный. Я его не вижу. Слушай, ты иди чай дела. Куда чай подевала? Ты что, его по дороге потеряла? Она где-то чай дела. Я не знаю, где чай. Ну, был. Я же заваривала черный чай. Вообще, в лаборатории не помешало бы купить, наверное, чайную систему. Она бы пригодилась. Ну, правда, был же чай. Может быть, она его выпила и как-то не подействовала, не взяло. Ай, не получилось, да? Ну ладно. Давайте мы пойдем и обсудим работу. Попросить, кстати, кристалл нужно будет тоже попросить. Жаловаться на работу. Обсудить мир во всем мире. Попросить образец ДНК. Ну ладно, пока иди просто пообщайся, а я поищу это действие. Наверное, оно должно быть в дружелюбных. Обсудить работу, обсудить интересы, жаловаться на работу, дискутировать. Мир во всем мире. Грустную историю. Кошмар какой-то. Я не знаю даже, где это действие. Ура, ура, я нашла обсудить работу. Появилось это действие, либо оно и было, просто я его не сразу заметила. Так, нам нужно обсудить работу. И знаете что, я хотела еще попросить у нее кристалл, хоть у нас такого действия нет. Просто кристалл нам нужен для тарелки. Да, по-моему, нам кристалла одного не хватает, чтобы сделать вот эту спутниковую антенну, которая вызывает, по-моему, пришельцев. Я уже давно не играла за ученого. Будем как раз вместе вспоминать. Так, обсудим, давайте обсуждайте, девчонки, работу, учиться анализировать и сплетничать с Федором Мамонтовым, это сын же Колина. Не будем мы с ним сплетничать, мы вообще не сплетники. Мы пойдем и поучимся анализировать. Вот, кстати, вот эти вот с лампочкой действия, они дадут Симу возможно, сделать какое-нибудь открытие. Кристалл ты, кстати, попросила или нет? Сейчас мы проверим. Изобрести устройство. Спутниковая тарелка. Да, да, у нас есть теперь три кристалла. И сейчас будем изобретать спутниковую тарелку. Потом дома ее поставим и будем выходить на контакт с пришельцами, с инопланетянами. Так, ты же анализировать, да, учишься? Правильно все делаешь? Да, учись анализировать. Буду, ребят, проматывать, чтоб не очень было скучно смотреть. И иди изобретай свою спутниковую тарелку. Жалко, что нет этого действия в заданиях. Вот, анализировать элемент. Хватит все. Хватит анализировать. Иди сделай тарелку. Потом тарелку заберешь домой и будем делать опыты. Не знаю почему, но вот эта штука, наш рентгеносим, пистолет наш, он только задание есть как бы... Сменить одежду я почему-то не могу.
управлять сознанием, сменить одежду, чтобы улучшить рентгеносим, перетащить. Значит, мы не закончили. Наверное, мы не доделали то, что начали. Но попробуем сейчас еще после спутниковой тарелки. Да, наверное, мы сегодня вообще ничего такого продуктивного по работе не успеем, но я, главное, сюда сегодня пришла для того, чтобы сделать эту спутниковую тарелку и потом попробовать дома выйти на контакт с пришельцами. А Ванесочка уже вернулась со школы. Так, спутниковая тарелка. Ну, улучшать мы ее пока не можем, ничего тоже пока с ней делать не можем, так как еще рановато. Так, сменить одежду, да, мы не доделали. В общем, Фиби на полпути бросила. Или я так случайно заставила ее бросить это задание. Теперь у нас есть спутниковая тарелка, и дома попробуем с ней поиграться, что у нас получится, интересно. Давно не играла ученым, уже так немножко соскучилась я по этой карьере, и вообще по открытым карьерам немножко соскучилась, поэтому, скорее всего, не буду я увольнять Гензи, он работает детективом, можно будет пару раз с ним сходить на работу. Так, что тебе надо по работе? Давайте, наверное, ребят, немножечко промотаю я изобрести рентгеносим. Кстати, вот, нам нужно этот рентгеносим. Ты доделала, да? Улучшить. Видимо, мы доделали. Сейчас мы попробуем кому-нибудь сменить одежду. Кири, сейчас попробуем сменить одежду. Нету этого действия. Опять его нет. Вот странно, вот действительно странно, потому что заморозить, попросить металл, давайте металл попросим, металл лишним не будет. Не понимаю, почему. По-моему, мы уже все улучшили, но одежду все равно менять не можем. Возможно, Сим должен быть не на работе, чтобы мы сменили одежду. Вот! Сменить одежду, отлично, одевайся у нас в пижамку. Одевайся в пижамку и думай, что ты на пижамную вечеринку пришла, а не на работу. Сейчас мы пошутим над Кирой. Управление сознанием. Вообще, очень классная штука этот рентгеносим. Можно такие вещи интересные, смешные делать. Вот Кирочка у нас сейчас будет в пижамке ходить. Все, она сейчас поймет, что нужно ходить в пижаме. Так, а мы пойдем... Кристалл нам нужен. Боже, где я кристаллов напасусь? Анализировать элемент. Анализируй элемент. Предмет. Вот это, по-моему, элементы. Да, пусть анализирует. А Кира у нас переоделась в пижамку, одела тапочки с зайчиками и думает, что она попала на пижамную вечеринку, а не на работу. Так, анализировать элемент, сплетничать и изобрести рентгеносим. Так, ребят, мы немножечко поанализировали, и появилось действие управлять сознанием, сменить одежду. Так что будем дальше продолжать развлекаться, и теперь сменим одежду внебрачному сыну Колина. Пусть тоже думает, что он на пижамной вечеринке, чтобы ни одной Кире отдуваться в пижамке. Пусть тоже показывает, в чем он там дома спит. Интересная штука такая, когда у нас, интересно, откроются следующие возможности улучшения. Так, сплетничать о коллегах. Слушай, чувак, ну мы же с тобой посплетничали. Я давала задание, чтобы вы сплетничали. О, какая у него прикольная пижамка. Жаловаться на работу, сплетничать. Сплетничать о коллегах. Вы у меня сплетничали. Давайте еще посплетничайте. Мало сплетничали. Плохо получилось. Так, управлять... Почему не засчиталось? А, три раза надо, ребят. Три раза, ну ё-моё. Давай-ка ты у нас покажешь, что у тебя там еще есть. Не хочу я бегать за другими симами. А ну-ка покажи, какой у тебя официальный костюмчик. А ну вернись. Подожди. Покажи нам свой обычный костюмчик. Вот что там у тебя. Убежал. Уже день рабочий подходит к концу. Я не буду этот рабочий день продлевать. Давайте этому мужику его сознанием поуправляем. Пусть показывает свой купальник. И у нас до конца рабочего дня остался один час. Не буду я ее оставлять дольше. Вот, просто хотелось мне сегодня сделать вот эту тарелку спутниковую. И сейчас мы как раз с вами отправимся домой и будем смотреть, что же там наша тарелка умеет делать. Потому что я уже совершенно про это забыла. Так, продемонстрировал наш коллега свой купальничек. И теперь еще спортивную одежду нам показывает, да? Поработать над ракетой. Ну, какой ракетой? О, господи, ну какая-то ракета у нас здесь еще появилась. Не знаю, над какой-то ракетой надо нам поработать. Ладненько, ребят, давайте уже будем заканчивать эту работу и уже встретимся тогда дома.
Итак, мы вернулись домой. Конечно, повышения у нас не было. Так, я в отчаянии. Никто меня не любит, никто меня не полюбит. Зачем мне жить вообще? Я всегда буду тебя любить. Лучший показатель сочувствия. Да, кстати, мы там манеры качаем. Надеюсь, что все прокачается. Вернулась с работы Фиби, очень голодная, уставшая. И сразу к телескопу побежала. Но я хочу опробовать нашу спутниковую тарелку. Будем выходить на связь. Так, установить контакт с пришельцами. А ну-ка, давайте попробуем. Я не знаю, я не помню уже вообще, что оно дает и как это делается. Предотвращать похищение. Это действие призовет пришельцев. Может, они вас даже похитят? Да ну нафиг. Интересно. Ну, в принципе, она девочка, это не страшно. Коллективный разум, счастливый город, вывод из строя. Давайте сделаем счастливый город. Это что, будут все счастливые и радостные? Интересная штука. Видите, в небо куда-то ввысь посылает сигналы, и Фиби активирует счастливый город. Все жители теперь такие дружелюбные. Ну, это классно. Если все будут радостные и счастливые, это очень хорошо. Да, мужик, ты счастлив? Видите, какой счастливой походкой идет. Это случайно не... О, они все идут у нас счастливой походкой. Все идут, и Бернард пробегает здесь, посматривает, думает, что же они с ума посходили все. И Кира к нам в гости пришла. Слушай, Дворецкий, надо тебе дать задание, чтобы ты впускала всех гостей. Я уже, по-моему, давала такое задание. Дворецкий, посетители. Приглашать всех посетителей внутрь. Вот, это очень полезное действие, чтобы Дворецкий не просто так бегал туда-сюда, а приглашал всех гостей. Вот, так что приглашай, пожалуйста, Киру. Она хотела салат возобновить. Это тоже работа Дворецкого, на которого у нас, слава богу, теперь есть деньги. И в холодильнике у нас ничегошеньки нет, вообще ничего. Давайте мы еще одно задание дадим Дворецкому, чтобы она еду еще приготовила. Дворецкий, дать задание и еду. Да, на размер вечеринки. С меня смеялись в прошлой серии, что я говорю, что нам нужно готовить в этой семье на размер вечеринки, потому что семья большая. И вот пишут все, что всего лишь 3 Симы живет, какая же она большая. Ну вот видите, какие проглоты. Вот еще тем более с такими гостями, как Кирочка. Раз-два, и все, еды нет. Поэтому нужно готовить на вечеринку. Даже если Сим живет один, потому что все равно не хватает еды. Так, пришла к нам Кира. Давайте, наверное, покажем ей нашу летающую тарелку. Летающую, не летающую, а спутниковую. Болтать здесь. Вот пусть посмотрит на нее. А что можно еще сделать? Вечеринку с танцами, счастливый город, сердитый город, вывод из строя, недержание. Ну... Это, наверное, все будут танцевать, это будут все счастливы, все будут сердиты, все у нас естественная нужда у всех сразу пополнится по полной. А вывод из строя, я даже, честно говоря, не знаю, что это. Стоит ли пробовать сегодня? Наверное, сегодня мы не будем экспериментировать. В общем, Фиби рассказывает Кире о том, что вот такую классную штуку она изобрела. И у нас, кстати, уже кое-что поспело. Вот, кое-какие плоды уже имеются. Так, иди жди еду, а Поле пойдет и соберет урожай. А Поле опять за стаканом потянулось. Иди давай, собирай весь урожай. Ванессочка тем временем домашку выполнила наконец-то. Утром не успела, хоть сейчас выполнит домашнее задание. Но, правда, это ей никак ничего не дает. Она как была троечница, так и осталась. Вот с сестричкой своей пообщайся. Фиби у нас хорошо в школе училась. И вообще всегда была молодцом. Так, Фиби, не надо, пожалуйста. Вот, возьми, Дворецкий приготовил тыквенный суп. Вот. Наконец-то хоть что-то нормальное, а то вечно чипсы готовила. Вот хоть что-то, что семья может нормально поесть. И, в принципе, Ванесса у нас не полненькая. Можно тоже дать ей тарелочку, чтобы она с сестричкой вместе поела. Кира, а ты что к еде не идешь? Мне кажется, что ты должна первой бежать к тарелке. Она говорит, я сбрасываю лишние килограммы, у меня сегодня свидание. Может быть, Ян ее пригласил, может, еще кто-то. Так, Поле пошла составлять ей компанию, и все вот эти наши фрукты растут. Я, кстати, когда они... Ой, уже выросло дерево! Дерево выросло, но еще не плодоносит. Одно выросло, да? Мы его, наверное, его можно удобрить. Давайте мы его удобрим яблочком, например. Жалко, что у нас нет какашек пельменя.
Надо будет ходить где-нибудь какашки пособирать. Вот правда, жалко, что какашек пельменя нет. Ну, где же я их тут возьму? Я потом думаю, знаете, когда у нас появятся плоды. У нас, кстати, плоды есть, но плоды эти, по-моему, еще остались. Ну, это то, что собрала Ванесса. Получить образец для микроскопа. Ну-ка, давайте возьмем образец. Может быть, он понадобится Фиби на работе. А вдруг? Я потом думаю, что мы вот эти плоды раздадим всем другим нашим семейкам. Ну, в принципе, по одному плоду, по два будет достаточно дать, чтобы в каждой семье мы посадили эти деревья. Ага, и вот собрать урожай! Собрать урожай! Давай, давай! Уровень повышен, 4-й уровень садоводства у Фиби. Кстати, о, отлично! Посмотрите, сколько у нас плодов. Зря, конечно, я собрала урожай. Я хотела пригласить, только говорила о том, что нужно будет раздать наши растения. Кстати, их продавать выгодно, но их продавать невыгодно, потому что эти все-таки растения нужны для того, чтобы делать определенное настроение, а не для продажи, то есть игривость, там, романтика, вдохновение. У нас, кстати, есть ягоды. Вот, ягоды концентрации. И вот эти ягоды концентрации мы давайте дадим с вами. Это была одна, да, ягодка концентрации у нас. Эти ягоды мы дадим Фиби, и потом, когда она будет идти на работу, она будет настроение свое менять. Это классно. Да, кстати, когда мы возвращались с работы уже, нам пришло здесь сообщение, да что ж такое, я не туда нажимаю, что Фиби сделала еще одно открытие, она теперь делает какую-то панацею. Розовый аромат, перечная сыворотка, синтетическая еда. Честно, я никогда вот это вот не делала и не знаю, как им пользоваться. Меня больше вот эти интересуют изобретения. Модель сохранения импульса, рентгеносим, плазменная гравилампа. Вот я думаю, что нужно будет улучшать наш рентгеносим и делать дальнейшие открытия, чтобы потом сделали их все и чтобы у нас были все предметы. Так, у нас пришельцы будут красть или нет? Да, это действие можно выполнить каждые 24 часа. То есть мы настроились на контакт, но Фиби нашу никто красть не хочет. Я не боюсь, если Фиби украдут пришельцы, потому что девушек они как бы не делают беременными, только мальчиков. Ну куда ты пошла? Там мама твоя. У тебя есть еще один. У нас на втором этаже есть еще один санузел. Пожалуйста, иди давай в туалет. Иди принимай ванну. О, можно преобразовать. Кстати, давно не преобразовывали? Точно. А ну-ка иди попреобразовывай. Чего-нибудь под конец серии, только где-нибудь уже снаружи. Иди ешь суп. Давайте мы Полли дадим суп. А Фиби пусть, наверное, сходит в туалет, чтобы, знаете, мало ли... чтобы потом от того, что она преобразует, у нее недержание не случилось. И возьмем стаканчик. Кстати, вот у Поли заберем стакан, а то она его выпить хотела. А мы заберем. Ой, а это, по-моему, то, что мы преобразовали, да, этот светильник? Точно. Давайте мы его подальше отодвинем. Вообще мы его продадим. Или его мы... Давайте продадим, он нам не нужен. Будем преобразовывать стаканчик. Вот, попробуем что-нибудь сделать. Это у нас коктейль какой-то. Зита и Гита. Вот, интересно, что получится. Ну, теперь вот я все-таки по правилу, по строгому правилу. О, боже, опять кто-то женился. Но это все, ребят, симы сгенерированной игрой, поэтому я не переживаю. Уведомление о свадьбе, осеменить. Но это, опять же, симы сгенерированной игрой. Как-то там детей своих планируют, пусть размножаются, я не против. И вот тут духи к нам пришли, наши предки. Дневник, да, давай дальше преобразовывай, может быть, что-нибудь дорогое получится, а то у нас получается добытчик в семье одна только Ванесса. Фиби, ты должна доказать, что ты не хуже. Мячик, давай кровать какую-нибудь, давай шкаф, давай, не знаю, что-нибудь дорогое, давай то, чем можно гордиться и что можно дорого-дорого продать. О боже, шарик снежный. Ну, шарик снежный это тоже не то. Но я надеюсь, что все-таки что-то у нее получится, и мы не взорвем здесь все на свете, и главное, что не будет пожара. Но если даже пожар будет, то не страшно, потому что мы на улице, и ничего нам особо не грозит. Так, где наши симы? Ну все, Ванесса спать пошла. Поле тоже можно спать отправлять, хотя до работы ей уже осталось... Не, не надо ее спать отправлять, так она пропустит работу. Да, иди, наверное, пообщайся
с бабушкой своей. Не знаю, что там, иди поиграй с ней, потанцуй. Ой, боже, не знаю даже, что делать. Стул тоже меня не устраивает, Фиби. Стул очень, не очень дорогой, хочется чего-то подороже. Да, ребят, серии, как я уже говорила, теперь буду стараться делать, наверное, по полчаса, потому что хочу записать побольше. А если я делаю серию на 50 минут, это значит, что я в день больше одной серии не запишу. Это точно уже. Потому что я такая уставшая. Поэтому, может быть, буду делать серии по полчаса и записывать две. Потому что вскоре мне придется вообще бросить записывать серии. Ну, и начинается пожар. Ну, вот и все. Вот и все. Давай, иди на работу. Вот, все. Фиби этого не увидит, и дворецкий прибежал, сейчас все потушит. Не получается как-то у Фиби с преобразовыванием. Может быть, инструмент для клонирования нам поможет, и им мы сможем заработать. Все, о боже, заменили еще за такие деньги. Ну давай, иди еще дальше. Мы еще получили, кстати... О, я вспомнила. Давайте, пока, ребят, не забыла, мне рекомендовали купить сигнализацию, которая вешается... Необходим потолок, которая вешается в доме, но она как-то вешается на потолок. А как я ее на потолок повешу? Ну, в общем, если будет у нас пожар, то симы, получается, ну, с потолка у нас польется вода. Она, интересно, эта штука действует на всю комнату? Она, конечно, не очень красивая. Ну, давайте пусть здесь повисит. Мне просто написали, я даже не знала, что вот эта вот сигнализация, она, ее можно преобразовать, она в случае пожара в комнате с потолка льется вода, и как бы пожар у нас прекращается. Надеюсь, что когда-нибудь она нас спасет. Ну, посмотрим. Пусть будет, пусть висит. Как раз... Все равно пожары у нас иногда случаются, когда-нибудь, да, и посмотрим, что из этого выйдет. Вот, потому что я скоро, ребята, уезжаю в Киев, и у меня там уже будет, ну, как бы, не очень мне, честно говоря, будет удобно. И хотеться, наверное, не будет не записывать. В начале июня я поеду. Вот, так что, возможно, серии я или вообще прекращу записывать, или буду записывать реже. Поэтому пока вот у меня май еще такой, что я... Сейчас еще, конечно, я эту серию в апреле записываю, но я просто надеюсь, что вот у меня будет весь май такой продуктивный, что у меня много свободного времени, еще хорошее самочувствие, что я смогу много записывать. Так что постараюсь, в общем, побольше серий записать, чтобы вам было что смотреть. Ну, а потом уже, конечно, в начале июня составлю какой-нибудь график, в зависимости от того, сколько серий запишу, вот как часто они будут выходить, посмотрим. Но не получается, ребят, ничегошеньки у Фиби, то есть не преобразовываются наши стаканчики во что-то супер-мега дорогое, все очень такое скромное. Ну, в принципе, этот стульчик, наверное, самое дорогое, что она за сегодня сделала. Я все надеюсь, что будет, не знаю, какая-нибудь картина. Ну, картина, наверное, не получится, она должна висеть на чем-то. Но хочется чего-то дорогого, а получается какая-то ерунда. Ладненько, тогда буду я на этом заканчивать серию. Уже и мишку сделала она. Ну вот, про любовь думает, наверное, про парней. Пора ей уже свидание какое-то устраивать, что ли. Все, ребят, тогда всем спасибо за внимание. Если вам понравилась серия, поставьте, пожалуйста, лайк, подписывайтесь на канал. Всем до следующей серии, всем пока!